В ходе рейда у ряда автомобилистов были выявлены различные нарушения. Менее чем за час сотрудники патрульной милиции составили протоколы на шестерых водителей, нарушивших правила дорожного движения. А две машины были водворены на штрафстоянку. Налоговики, в свою очередь, составили протокол на пятерых водителей, не уплативших налог на транспорт. Мой номер документы унутпал. А здесь ты когда документ чертил? Жо, вообще унутпал. Бар, башкалар сұрайды, чоң сұраныз, ше? Мез төлегіміз сілерді база ош керек тұрау. Жо, біз төлегіміз үшін жаңызды квитанциясы жоқ керек. Жо, төлегім менікі. Компьютерде бар барлығы. Төлегім. Если мен төлесем, төлегімді айттым ле де. Төлегім. Мен қолсыз құрын тағынбай келген. Бұл жақтан ле шықтым ле негізде. Анан таққан құспет етпей қалдым. Первый раз в этом году не заплатил. Каждый год, вот 5 лет подряд я все могу квитанции предоставить. Нету возможности. Мне тяжело сейчас. Работы нету. Водители, не оплатившие налог на транспорт, были оштрафованы на 3000 сомов. Несмотря на то, что срок уплаты истек 1 сентября, некоторые автовладельцы решили проигнорировать это. В ходе сегодняшнего рейда многие водители, не оплатившие налог, ссылаются на различные оправдания. Мол, забыли оплатить и так далее. Подобные рейды мы проводим с осени. Налог зависит от объема и года выпуска автомобиля и варьируется от 720 сомов до 5000 сомов. Согласно постановлению правительства, с 3 сентября представители ГУБДД имеют право требовать от водителя водительские права, технический паспорт и квитанцию об уплате налога. Мы проводим рейды с налоговой службой 3 раза в неделю. До сих пор есть те, кто не оплатил налог. Мы с ними проводим разъяснительную работу. С начала года в казну поступило около 774 миллионов сомов транспортного налога. Чолпон Медетбекова, Ирлан Джунушалиев, Уланбек Дейкамбаев, Азамат Джапаков, Алатау 24.